послевое мероприятие в Шанхае стало местом дебюта многих электромобилей. Китайская компания XPeng представила на этой площадке модель G6 в популярном сейчас формате кросс-купе, позволяющем достичь достойных показателей с точки зрения аэродинамики. Построенная на новой платформе SEPA-2, машина поступит в Китае в продажу в середине этого года. G6 оснащен автопилотом XNGP, 800-вольтовой батареей и без подзарядки способен проехать больше 750 километров. Кроссовер получил активный задний спойлер и обтекаемый дизайн, позволяющий модели иметь коэффициент лобового сопротивления 0,248. Спереди расположена двухрядная оптика с узкими дневными ходовыми огнями. Ниже расположены фары, а также видим лидарные датчики, которые интегрированы в воздухозаборники. Габариты XPeng G6. Длина 4753 мм, ширина 1920 мм, высота 1650 мм, колесная база 2890 мм. Электромобиль получил богатое оснащение. Стандартное оборудование будет включать систему автономного вождения, которой помогает 31 датчик и камеры, которые максимально спрятаны в различных частях кузова. Обивочные материалы салона автомобиля тщательно отбираются из высокотехнологичных и экологически чистых тканей и разрабатываются в соответствии с самыми строгими в мире стандартами. Салон относительно прост и оснащен цифровой приборной панелью на 10,2 дюйма, которая расположена за двухспицевым рулем. Модель также имеет 15-дюймовую информационно-развлекательную систему, поддерживает такие функции, как мультитач и голосовое управление. Передние эргономичные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками с функцией памяти. Дефлекторы вентиляции с электронно управляемыми заслонками. Руль обит кожей Напа, но для отделки также используется микрофибра и антибактериальная ткань на основе силикона. Эти материалы не представляют риска для здоровья людей и не выделяют неприятных запахов. По словам XPeng, качество воздуха в салоне G6 на порядок превосходит международные стандарты. Панорамная крыша совокупной площадью более 2 квадратных метра обеспечивает достойную освещенность салона природными источниками. XPeng G6 будет предложен в 2 конфигурациях – с 1 или 2 электромоторами. Первый вариант имеет мощность 296 лошадиных сил и 440 ньютон-метров крутящего момента. Вторая силовая установка предлагает 460 лошадиных сил мощности и крутящий момент 660 ньютон-метров. Базовая комплектация получит аккумулятор емкостью 66 кВт-часов, а более дорогие версии – 87,5 кВт-часов. Максимальный запас хода по китайскому циклу CLTC составит 755 км на одном заряде, а также возможность быстрой зарядки, которая может обеспечить до 300 км запаса всего за 10 минут. Компания не раскрыла многие спецификации производительности. Но известно, что кроссовер будет представлен в 4 комплектациях G6590 Pro по цене 34 900 долларов. G6780 Pro – 37 800, G6780 Max – 40 700 долларов, G6700 Max – 43 600 долларов. Первые поставки в Китае начнутся уже к концу 2-го квартала этого года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И ставьте лайки. Ваша оценка нам очень важна. До скорой встречи!